В Северском районе продолжается реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В станице Северской ведутся работы по благоустройству сквера «Островок» в районе парка имени Пушкина. Работы ведет подрядчик ООО «Новосити-Строй» на территории бывшей лодочной станции. Пока производится демонтаж старых плит, укрепляющих берега. Территорию для благоустройства выбрали жители станицы посредством голосования. Судя по проекту, пространство полностью преобразится. Предусмотрены зоны для отдыха, детских игр, проведения массовых мероприятий.